Мы с господином Ксандром расчистили путь к аванпосту. Силион увел туда часть людей, но демоны вернулись. Их здесь больше, чем в монастыре и даже в руинах Морани. Yeah.
Руфион не оставит. Год назад мы дошли до этого аванпоста. Выбили отряд, который его защищал. Надежду можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету. За короля Силиана! Вперед! Силиан собрал больше людей, чем мы предполагали. Предполагали? Вы говорили, что мой племянничек не выберется из монастыря. Ха. Впрочем, так даже лучше. Я сам с ним разберусь. Терпение, господин Эрхард. Отступите в столицу. Yeah.
ты ничуть не изменился, Силен. Все такой же сосунок. Ха. Надеюсь, все мятежники в сборе. Хотелось бы прикончить всех разом. Эрхард! Разберитесь с мальчишкой, сэр Валор, и принесите мне его меч. Будет исполнено, ваше величество! Перебейте! Мальчишку оставьте мне! Не нужна? Закрыла! Гедрис, как же вы вовремя? В атаку! Вперед! Ну же, в атаку! Это приказ Казероса. Как ты смеешь, жалкий! Я тебя! Кто ты? Что происходит? Скажем, это наш маленький спектакль. Второй акт. Мальчик, который поверил в себя. Терпение, ваше величество.
В третьем акте у вас важная роль. Я знаю, вы слышите меня. Отец. Лорд Адеуш. Я не подведу вас. Клянусь. Как вы? За меня не переживайте. Я в порядке. Третий акт не иначе, как штурм столицы. А сейчас что-то вроде антракта. Есть время подготовиться. Мы будем сражаться до последнего. Там, на пустоши. А что, если этот демон вернется? Нас ждет долгая ночь. Зажгите сигнальный огонь. Пусть те, кто нас поддерживает, знают, мы идем.
Мы долго этого ждали.